Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналя, и сегодня у меня очень срочная новость. Сама ее не знала, пока Каролина не поделилась со мной одним видео другого ютубера по ССО, в котором мне рассказали, а просто открыли глаза на новую функцию. Я не знаю, я вроде бы читаю обновления, но этого я не видела. Теперь, когда вы приезжаете в загон Мормонта, во-первых, да, уже давно мы можем скрывать здесь всех лишних персонажей, оставляя только наших соклубников или согруппников. Но теперь тут появилась вот такая шикарная дощечка. Нажимая на эту дощечку, мы можем выбирать типаж препятствий, который будет отображаться в этом загоне. Я не знаю, будет ли это отображаться, если, допустим, я состою в группе, нажимаю, и это видит вся группа. Или это же должны прожать все участники клуба или группы. Но тем не менее, ребята, нам теперь доступны жерди. Вы просто посмотрите, это же так классно! Где я пропустила? Где я была? Где это было написано? Я не знаю. Я просто не могу постоянно сидеть в StarStable и изучать каждый пиксель, которые добавляются после каждого обновления. Теперь здесь есть три типажа препятствий. Первый типаж препятствий — это жерди и бортики. Просто посмотрите, как это классно! Анимация даже моего араба почти попадает в промежутки между этими жердями. Это просто настолько классно! Я гарантирую, вот сейчас я это видео выставляю, и я с Каролиной вечером не знаю, чем буду заниматься в этом загоне. Потом есть препятствия первого уровня, ну, скажем так, совсем для новичков. То есть, смотрите, здесь жерди положены так, как надо. То есть, вначале вы разгоняете свою лошадь, как бы выравнивая темп перед препятствием. Потом прыгаете это препятствие. Это классно! Все, можно спокойно изображать мультик Хорсленд и ощущать себя его частью. Это настолько просто священно. Ребят, у меня, честно, эмоции прям зашкаливают. Это настолько классно. Вы посмотрите, высокий уровень препятствий. Я не знаю, сколько тут. Мне кажется, тут 120 сантиметров. Потому что препятствия высокие. Они даже с поворотом. То есть и с водой препятствия есть. И ряд препятствий. Ребят, это просто классно. Я вспоминаю, я не помню, как большие скачки, что ли, у меня игрушка была на компьютере. И там можно было самой, правда, все это выставлять, все эти препятствия. Но тем не менее, это же такая классная функция. Все, можно прям составлять всем клубам, мне кажется, отдельные тренировки чисто для Морланда, потому что теперь нам позволено заниматься конкуром в загоне с Лоретты. Вот чего не хватало очень сильно тем, у кого нету Старайдера. Теперь можно спокойно заниматься даже с теми, у кого Старайдера нету. Боже, StarStable, спасибо тебе за такую классную функцию. Вот, так, да, вот сброс, мы возвращаемся обратно. Теперь можно спокойно проводить здесь выездку, правда, немножечко подогнав, скажем так, маршрут тренировок по окружности данного загона. И можно будет спокойно заниматься конкуром. Ребята, мои тренера, мои руководители, все, берите на вооружение. Мы теперь спокойно можем заниматься не только в манеже, не только в загоне на виноградниках, хотя мы там обычно почти не занимаемся, мы обычно все-таки в манеже занимаемся. Но теперь я считаю, что можно открывать еще и тренировочный сезон здесь. Спасибо, StarStable. Вот просто слов нет. Жерди, низкие препятствия, высокие препятствия и сброс. Единственное, давайте проверим одну вещь. Вот мне очень интересно. Допустим, я сделала типаж препятствий 3. Они так и будут стоять тут, пока я, не знаю, никуда не денусь. Это же так классно. То есть, по сути, пока я не выйду из игры, это все так и будет находиться. В народ там во все весь прыгает. И наличие глазика, и наличие вот этих препятствий. Ой, ребята, я надеюсь, вы просто сейчас поддерживаете. И у вас точно такое же состояние, как у меня. Прыгайте на здоровье, занимайтесь конкуром, все, кому вообще не жалко. Ребята, у тех, у кого отсутствует Старайдер, вам давным-давно добавили прыжки, а теперь вам добавили и конкурные три трассы, можно сказать.
которые в свободном доступе, в открытом мире, в этом же загоне. Поэтому тренируйтесь на здоровье. Я желаю вам теперь отличных занятий в Морланде по выставке и также отличных занятий по конкуру. Так что теперь у вас жизнь просто наладилась. А я на этом, кстати, с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковку. Всем пока! Удачи вам и до встречи в следующих видео и удачных конкурных тренировочек.